Привет, я Руслан Безруков. Мы с командой решили сделать сюрприз девчонкам из женской команды. Многие из них далеко от дома и давно не видели своих близких. Поэтому мы попросили их родных записать им аудио поздравления с праздником. Давайте вместе посмотрим их реакцию. Дорогая Доня, поздравляю тебя с праздником, с 8 марта. Желаю, чтобы твоя жизнь играла яркими красками. Милая моя Лапулечка, самый близкий и дорогой мне человек, с 8 марта. Будь такой же очаровательной и божественной женщиной, с пленительной улыбкой и большим чистым сердцем. Мы с сыном тебе обещаем, что всегда в нашем доме будет уют, комфорт и тепло. Поздравляю с 8 марта. Пусть в твоей жизни всегда будет красота, улыбки, любовь и доброта. Желаю тебе, чтобы твои мечты сбывались, а сердце радовалось каждому новому дню. Яночка, с Международным женским днем тебя! С праздником весны тебя и отличное настроение! Чтобы настроение было по-настоящему весенним. Море любви с 8 марта! Я люблю тебя до слез! Дорогая наша Ксюшенька, поздравляем тебя с ярким весенним праздником 8 марта. Желаем получить больше эмоций, неожиданных сюрпризов и незабываемых впечатлений. Оставайся всегда такой же доброй, нежной и отзывчивой. Смейся и грусти, когда тебе хочется. Будь счастлива. Верим в тебя. Очень верим. Любим и всегда ждем дома. Дорогая моя дочь Оксана, поздравляю тебя с женским днем 8 марта. Желаю тебе улыбок, успехов, радости и счастья, чтоб каждый день был твоим 8 мартом. Любимая сестра и уважаемый мной женский коллектив футбольного клуба «Рубин», я поздравляю вас с 8 марта и желаю вам успехов и высоких достижений в спорте. Я горжусь тобой и всем, чем ты занимаешься. Пусть каждый день приносит тебе новые возможности и победы. Счастья тебе, моя хорошая девочка. Люблю тебя и очень скучаю. Оставайся всегда такой красивой, как ты сейчас. Стойко иди к своей цели и побеждай. Ничего не бойся, а мы всегда будем рядом с тобой и поддерживать тебя. Дорогая доченька Нури, поздравляю тебя с праздником 8 марта. Желаю исполнения всех твоих мечтаний, оставаться таким же жизнерадостным, целеустремленным человеком. Продолжай радовать этот мир своей улыбкой и будь счастлива. Привет, поздравляю тебя и твою команду с праздником весны. Желаю крепкого здоровья всем, спортивных успехов и всего наилучшего тебе и твоей команде. Вперед, Рубин! Дорогая Лизонька, всемартовский прекрасный день, цветов пусть радужная тень тебе поднимет настроение, и зазвучат пусть поздравления. Счастливой будь всегда, любимой, таинственной, неповторимой. Смотри с улыбкой на жизнь, и чтобы не было, держись. Веселой, оптимисткой будь, и о футболе не забудь. Чудесный праздник женщин всем, пускай звучит твой звонкий смех. Дорогой дочурке Саше, я желаю в женский день быть быстрее, сильнее, краше и не знать, что значит лень. Достигать всех высших планок, все награды получать и удачу постоянно крепко за руку держать. Желаю самого наилучшего, крепчайшего здоровья, чтобы в твоей жизни были всегда головокружительные победы. Всех рубиняшечек с праздником! Доченька моя родная и ненаглядная, с 8 марта. Пусть твоя жизнь будет красочной, радостной, сверкающей и благоухающей, как весна. Чистой любви тебе и будь всегда такой же необыкновенной, лучезарной, светлой, доброй и красивой. Люблю тебя, мама.